Так, ребята, это трэш. Короче, я очень долго не снимал мукбанг, потому что мне запретили это делать. Помните, я вам говорил, что начались гонения на блогеров в моем доме. И они говорят, еще раз увидим тебя с жратвой. И то, что ты снимаешь хруст на камеру, мы тебя выгоним. В общем, сейчас я дождался, пока все уснут. И взял то, что ты успел стырить с кухни. Вот, и сегодня я вам... Все нормально. Если я успею, я вам покажу, как хрустят вот эти вот штуки. Я не смог взять микрофон, поэтому давайте я без микрофона. Я надеюсь, тоже будет слышно. Такая распаковка. Называется Chocolate Rolls. Chocolate Rolls. Надеюсь, меня хорошо слышно. Давайте, это андеграундная запись. Итак, хорошо болтать. Вот такой вот Chocolate Rolls. А еще мне здесь очень жарко под одеялом. Но без одеяла я не могу снимать, иначе меня спалят. Chocolate Rolls. Итак, Chocolate Rolls. Распаковка. Вот такие вот штуки. И сейчас мы будем с вами хрустеть, пока меня не спалили. Итак, поехали. Я надеюсь, хоть немного слышно этот хруст. Я без микрофона. Вкусные штуки. Блин, мне под носом вспотело. Еще разок. Вот такая вот штука. Сначала вафелька, а на конце шоколадка. Так, пока. А еще. Я сегодня хотел вам показать очень необычный попкорн, который я нашел на полках нашего магазина. Наших магазинов. Где-то нашел в Метро, но наверняка в других магазинах это тоже продается. Итак, вашему вниманию я представляю вот такой попкорн. Называется Horley Corn. Если переводить дословно с английского, то это святая кукуруза или что-то такое. В общем, я нашел его два вида. Один Horley Corn. С морской солью. А второй Horley Corn. Вот такой. Сметана, зелень и черный перец. Я надеюсь... Тут нереально жарко. Я надеюсь, что у меня по-прежнему осталось немножечко времени. Значит, давайте пробовать. Итак. Horley Corn. Horley Corn с морской солью. Блять. Он очень сильно хрустит. Так, Horley Corn с морской солью. В общем, внутри. Это он выглядит как обычный попкорн, видите? Какой он на вкус. А сейчас проверим. Так. Я надеюсь, хоть немного слышно хруст. Я бы не сказал, что он сильно соленый, но что-то есть. Танки, как в парилке какой-то. Но что не сделаешь ради крутого контента. Напоминаю, что мы едим Horley Corn с морской солью. Ой, какой.
все равно слишком шуршащая упаковка. И если вы будете, как и я, снимать мукбанг под одеялом, то вам не подойдет. Слышно хруст? Или нифига не слышно? Вот будет обидно, если я это все снимал, а хруста нифига не слышно. Если сравнивать два холикорна, вот этот с морской солью и вот этот вот со сметаной и зеленью, то мне больше нравится холикорн со сметаной и зеленью. Ну, я вообще не люблю, как бы там соленое, пересоленное. Никогда не покупал чипсы с морской солью. Вот, ну и, соответственно, попкорн я тоже как бы соленого не стал покупать. Я еще раз извиняюсь, что приходится вести съемки из такого подполья. Но по-другому никак. Вообще все серьезно стало. Кошмар. Блин. Называется «Жри-беги». То, что успел схватить с кухни. Попкорн с названием Holy Corn, я рекомендую вам его купить, потому что, в принципе, лично мне он понравился. Показалось. Я надеюсь, что до следующего раза все уладится. И не придется больше вести интервью из таких мест. Меня не пришибли. Есть еще минутка насладиться вот этим вот вкусным, этой вкусной едой. Итак, это штуки, я назову, как они зовутся. Чоколатролс огонь. Я сплю. Я сплю. Все, ребят, всем пока. Извините, пожалуйста. Я выключаю. Все.